Глава города и председатель городского собрания Сочи инспектировали отдаленные от центра поселка Лазаревское пляжные территории, которые не менее популярны у отдыхающих. Претензии к арендаторам Анатолий Пахомов стал предъявлять, еще не дойдя до галечной полосы. По пути к пляжам Лагуна и Чайка пришлось буквально проникать сквозь хаотичные лодочные гаражи и торговые палатки. В нарушении норм сюда подведены и коммуникации, что вынудило руководство курорта подвергнуть жесткой критике работу надзорных органов. В апреле месяце вам дали под роспись и сказали, мы за вас разработали и сказали, что понимая, что у вас наиболее демократичный должен быть, вот оно сделано как. Такое, это недорогое удовольствие. Перед началом летнего сезона в мэрии Сочи для арендаторов пляжей разработали дизайн-проекты. Наряду с требованиями правил благоустройства в них учтены в первую очередь пожелания самих отдыхающих. Эскизы лазаревских пляжей Анатолий Пахомов взял в инспекционный визит для наглядности. Солярий, скамейки какие должны быть, вышку, которая не позорная. Ну, все же оно под одну гребенку кабинки. Не должно быть, Анатолий Николаевич. Извините меня. Под одну гребенку. Если детский лагерь сегодня обложили налогами... И обязательно туалет. На этом пляже нет туалета. Ближайший через железнодорожные пути. Душевые платные, и их не хватает, как и раздевалок. Под ногами огромные камни и валуны, которые выносит река во время ливней. При этом отдыхающих на пляже немало. Это значит, что арендатор получит хорошую прибыль по итогам высокого сезона. А почему камни не вывозим с пляжа? Валуны, вы сами не слышите. Камни. У нас речка рядом, нам их каждый год выбрасывает речка. Главой города поставлен срок в 2 дня устранить выявленные нарушения, в том числе увеличить количество пляжного оборудования. Многие арендаторы обустраивают свои пляжи в соответствии с СНИПами, со требованиями по оснащению пляжных территорий, не учитывая турпоток. В этом году у нас турпоток возрос в несколько раз, особенно вот на периферийных территориях. И этого количества оборудования недостаточно. На этой неделе глава города намерен совершить повторный обход пляжей в Лазаревском. В случае, если арендатор все же не выполнит условия по организации безопасного и комфортного отдыха гостей, к нему будут применены штрафные санкции. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.